Мужики, всем привет у меня на канале. Здорово, мужики. Тут что-то мимо проходит. Кто? Вообще что-то сбил меня парень. Саня, вчера, говорю, было... Всем привет. Шоу грузовиком вечером. Некогда было пилить видео. Сегодня уже приезжают сюда другие участники. Нам до 12 надо освободить площадку. Цепляем фуру, сейчас грузимся. Ну и пацаны. Не уезжаем. Ой, куда? Да, едем в сторону дома. Но здесь начинается, пацаны, другое. Пригоняют машины, вот такие будут гоняться. Не знаю, почему вчера не гонялись. Ну, со мной, конечно, не конкурент. Вернее, я ему не конкурент. Ну, блин, пацаны. Саня, да. А кто рассказывал про машину? Парень-то. Вот он. Саша. Вот он. Саша, расскажи маленько про машину. Про машину расскажи. Пойдем Дрестер, прямо на фоне встанем. Дрестер построенный, получается, у нас здесь в России. Ага. Вот, американский мотор 8,6 литра. Мощность до 5000 лошадиных сил. Вот. Ездит на метаноле. Ёлки, это самолетное топливо, да? Или нет? Спирт. Спирт. Ну, который пить нельзя. А, нифига. От которого слепну. Лучше этим... Кто, если сильно увлекается спиртом, лучше этим спортом не заниматься. Здесь клевые мужики, которые нормально заотжигают. Блин, я не знаю, что дальше сказать. Тут даже парашют от самолета, да? Для чего? Нет, специальные драговые парашюты тормозные. Драговые специальные парашюты. Да, пневмоприводом выкидываются. Выкидываются пневмоприводом. А можно внутри чуть-чуть? Да. Можно? Блин, ребята еще молодцы, блин, хоть разрешают посмотреть. О, ребята, тут, блин, я даже название не знаю здесь, кто и что, и где, и как. Одно знаю, рамка, каркас безопасности, вот. Ну, ковш, само собой, но остальное я даже название вам не скажу. Блин. А сколько он весит вообще? Сколько весит, Саш? Весит? Да, примерно. 1400. 1400, да, тяжелый. Ну, у меня 4 тонны трактор. Нормально, а время какое? Короче, 140 в час показало вчера, 147. А по времени? Блин, не засеял. 22 секунды, по-моему, что ли. А нормально. У тебя сейчас сколько? 7,3. 7,3. Блин, ребят, мне еще до этого далеко. Мне надо скидывать вес. Сам-то скинул. Надо теперь трактору скидывать. Облегчать. Да, облегчать. А колеса это спецзаказ тоже, да? Да, американский. Американский, ну да, как? Драговый стиль. Драговый стиль, да, у них. И можно я немножко пробегусь так? Конечно. Можно? Ну, красавчик. Все как у меня. Вернее, я как у него. Сзади широкая, спереди тоненькая. Там у меня лежит, которая... Ну, мы по этому гоняемся. По грязи. Так что, думаю, ну, вы по прямой так. Блин, ребята. 7 секунд адреналина, да, получается? Да, да, да. Офигеть. Ну, вы этот, еще оденется спереди, да? Лицовочка, блин. У вас нет такого? Далеко, да? Чтобы, ну, красиво посмотреть. О, турбинка. Как капот у меня. Почти что. Ну да. А здесь ни кулера, ничего нет. Сразу прямо то, да? Офигеть. Блин, не все тут. Весь движок алюминиевый, да? Это для облегчения, чтобы вес как можно меньше веса было. О, ничего тут. И две турбинки качают.
сеточка. Да. Это все сами или под заказ, да? Сами, да? Молодцы вообще, молодцы. Ну вот так, ребята, даже не хочется уезжать, посмотреть еще что-то будет. Но сказали время, с обеда у них начинается, а нам до обеда прибрать за собой территорию, погрузиться, что мы выгружали из фуры, потому что мы свою фуру давали ребятам под павильон. Будем собираться. Трактор уже тоже пришел, начищал после нас блеск там, или я не знаю, ну какую-то что-то делал. Как его сказать-то? Ходил все полосы после нас убрал, еще он сейчас машинка ходит, чем-то его тоже поливает, что ли. Сейчас подойдем, наверное. А к машинке пришли, гоняться будут, не знаю. Парша, может быть, тоже будут гоняться. Вон там. Пойдем посмотрим, что там с трассой делают. Чем-то опрыскивают. То есть не только мы в поле опрыскиваем траву и растения и урожай свой, но еще и трассу что-то поливают чем-то. Такой этот машинка такая прикольная. Она самодельная, походу, даже. Вон они чем-то брызгают ее. Видите, она прилипает. Едет машинка, сразу прилипает. Звук такой. Вот. Вот так вот, ребят. Работа с утра у них. Ну, прохладно. Сегодня плюс 9 по градуснику я смотрел. Пойдем мы свое. А то мы там перегородили он трактором своим. Мы тут поехали, и Саня с одной стороны, я с другой стороны. Пацаны, тут все круче и круче тачки подъезжают вообще. Он Санек куда-то погнал. Вообще классно такая. Блин, красавцы. Ух. Мой тоже неплохо смотрится, оказывается. Вон на фоне. Шурик тут, смотри. Красота получается. Ну все, ребят, немножко разрешили. Я вам отснял, показал. Поехали мы цеплять прицеп. Нам уже время выезжать с территории. Давайте, всем удачки, всем пока. Подписывайтесь на канал. Я пошел в кабину. Ой, холодно как здесь, а.